Всем привет, друзья! И вы вновь на нашем YouTube-канале, а мы вновь приехали в глубинку России, чтобы показать автобизнес. У нас средний чек 2 миллиона 800. Это даже для Москвы и Питера много. В этом городе я никому не отношусь как к конкуренту. А сколько людей работает? 220, по-моему. Сегодня мы на малой родине, наверное, одних из самых известных россиян во всем мире, Калашникова и Чайковского. Мы в республике Удмуртия, город Ижевск. 98 салонов в Удмуртии на население 760 тысяч человек. И поэтому ты должен показать лучший продукт. Да. Как ты считаешь, самый главный ключ к успеху? Какой? Команда. Люди же делают красоту. Вы сами не делаете осмотры, вы не выкупаете, и вы говорите, что я чисто выкуп два автомобиля. Ты крутил пробеги? Я приезжаю на работу. Короче, все, пробеги не крутим. Я так, Никита, ты чё? Любит побольше накручивать. Вот я как раз тот персонаж. Ты крутил пробег? В 17 я купил первую машину и продал. Три категории клиентов. Твой клиент, не твой клиент и так. А крутил ли ты пробег? Мы сделаем для них совсем скоро бесплатную химчистку и полировку. У меня братишка тебя немного опередил. Ему смс-ка приходила на телефон с из рук в руки о том, что вышла машина. Посмотри ты на него. Серьезно, оттуда? Да-да. Автосалон Кит поздравляет вас с покупкой нового автомобиля. Первый герой нашего выпуска про автобизнес в Удмуртии – Перекуп. Давай, представимся. Артем Ситников. Да, да. Короче, Артема здесь выходец, родом. Да, да, да. Я здесь родился, и все у меня и предки здесь родились. То есть, как мы все здесь живем. Ты расскажешь нам и зрителям про то, как себя чувствуют перекупы, дилеры, автосалоны, вообще авторынки. Ты сколько лет занимаешься машинами? Ну, мне сейчас 32 года, занимаюсь с 18 лет. 14 лет я занимаюсь этим бизнесом. Мы ехали сюда, и ты машине сказал, что ты перекуп-то не в первом поколении-то. Ну да. У меня отец очень долго занимался машиной. У него тоже, кстати, знаешь, как произошло? Подарили на свадьбу мотоцикл, короче, Урал. Он его поменял на копейку, на какую-то ржавую. Что-то с ней сделал, короче, и вот с этого момента у него все понеслось. Это в каком году? Какие-то 80-е годы. Потом как-то тоже его товарищ один, у него, получается, ну как затянул, да, можно сказать. Первый раз они вообще ездили в Голландию. С другом. За машиной. За машиной они купили Ford Scorpio. 92-й год это был. Я говорю, ты как вообще поехал туда? Ну, что тебя сподвигло ехать в Нидерланды за автомобилем из Ижевска, когда тут вообще еще жизни толком не было? Он говорит, а мы какой-то автотур купили. Автотур? Я говорю, где вообще в Ижевске можем купить автотур? Сколько у тебя автомобилей сейчас в продаже? 160 с копейкой, склад 177. И все твое выкупное? Нет, у нас реализация по выкупу машин 30-35, комиссия, да. В один момент, короче, я просто работал в такси, выкупал вообще машину, у меня не было средств купить себе свой автомобиль. И у меня с параллельного класса тоже есть Димон Колобов, больше погоняло. И вот он занимался там как раз таки машинами, и он этот, что, давай, отвези меня туда, отвези. Я ни хуя не понимал. Вот я приезжал с ним, он там хоп, на дно заглянет. Он мне первые разы вообще показывал, куда смотреть, на что обратить внимание, там, прокатиться, там, поговорить. Вот ему спасибо большое. Одна встреча в такси поменяла вообще мою жизнь, грубо говоря. Следующий игрок удмуртского автобизнеса — автосалон Кит. Как мы знаем от местных наших друзей, это автосалон номер один по автомобилям с пробегом. По объему, по продаже. Очень, конечно, лестно, но я думаю, что есть игроки, которые уже начинают обгонять и догонять. Но мы будем стараться бежать быстрее, потому что задача номер один, конечно, всегда быть лучшими. Давай для зрителей. Ты Никита, я не представил тебя. Гаджи. Да, Гаджи, Никита. Он тоже, кстати, блогер, у него тоже до хрена подписчиков на YouTube. Ну как уж так немножко, под 100 тысяч почти не дошло еще. Больше, чем у около официалов. Они себя считают блогерами уже давно. Да? Конечно. И ты собственник этого. Да, да. У тебя несколько локаций. Здесь нет, здесь у нас в Ижевске одна локация, то есть вместимость здесь 280 автомобилей, сервисная зона, соответственно, есть также база подготовки. И ты независимый дилер, у тебя нет ни одного дилерского официального дилера. Премиалка, средний сегмент, дешевый сегмент. У нас политика партии, что мы берем все, но вопрос именно качественного, то есть автомобиля в плане ценообразования, в плане пробега, в плане состояния, то есть мы делаем упорное. Как давно ты начал заниматься? И вообще ты перекуп? С 16 лет я занимаюсь этим бизнесом. Профессиональный продавец. Профессиональный продавец.
Это Никита. Мы на его локации. Никита был перекупом. В каком году ты начинал перекупом быть? 7 лет компании. Нет, это компания. От сам вот первую машину, когда купил, продал. 9 лет назад. 9 лет назад. Ты был вот прям просто обычным перекупом, который купил, продал и заработал. Обычный перекуп, да. Еще через 2 года ты открыл свою компанию, свой автосалон. Да. Вот первая твоя локация. Нет. А, нет? Нет, это третья. Никита был перекупом, потом стал собственником автосалона, а сейчас собственник автосалонов по пробегу и дилерского центра ГАК. Тебе сколько лет? 34. Ты младше меня. Да. И это красиво. Мое почтение. И это... Сколько у тебя денег? Сколько у тебя автомобилей с пробегом в продаже? 400 автомобилей. 9 лет назад был один, как у перекупа. Да, да. На локации ГАКа, дилерского центра, там сколько новых? Товарный запас сейчас 50. И мы сейчас докупаем, до 70 догоним. А сколько людей работает? 220, по-моему. Людей? Да. 200? 200. В автосалонах работает 160, вчера считали, потому что корпоратив уже скоро. И считали, сколько людей работает. У нас же есть еще большое СТО. Недавно открыли. Там 20 человек работают. И детейлинги 20 человек работают. Сколько машин у тебя? Ну, 2-3. 2-3 месяца. 2-3. Но у меня мржи там побольше. То есть я тот человек, когда ты вот говоришь у себя в видосах, кто любит побольше накручивать. Вот я как раз тот персонаж. А средняя цена у тебя, сколько у тебя в обороте денег, если не секрет? 10. 2-3 машины в продаже? Нет. А, или 2-3 продажи? 2-3 продажи в месяц, да. А вообще машин около 5. 5? 5-6 машин. И часть ты продаешь, часть ставишь на комиссию, да? Да, да. Когда, допустим, не получается самому, вот как сейчас вот Audi я тебе показывал, да, не получается, я, ну, месяц не могу ее продать, то есть не идет потенциальный человек ко мне, то есть я ее ставлю продавать ребят. Я работал в гараже, то есть попал в гараж, и ребята колымили, то есть красили тачки, и у них заболел начальник, они говорят: «Никитос, ты же тут все равно трешься, типа, мотоцикл свой ковыряешь, не хочешь, типа, денег заработать? У нас тут шеф уехал, и типа мы колымим, надо в ночь машины шкурить». И все, я устроился к ним на работу, грунтовать научился, потом чуть-чуть там красить. С перекупами первыми познакомился того времени. С профессиональными продавцами. Но тогда это были жесткие перекупы. Тогда перекупы. Еще перики, да? Да. И увидел то, что можно в этой сфере двигаться и работать. И, в принципе, в 17 я купил первую машину и продал. Сколько у тебя сейчас в наличии машин? Сейчас на складе на данный момент 227 автомобилей. То есть это с подготовкой. Те машины, которые ожидают подготовки, но они у нас находятся как здесь, такие у подрядчиков. В данный момент мы находимся в шоуруме, то есть здесь у нас стоят 3-4 автомобиля. В основном это интересные машины, как вы видите, Геленваген, Xiaomi, автомобиль, который едет быстрее, чем BMW KS 2.8 0100. Делают пылесосы и делают прикольные машины. Также мотики. Ну, то есть тут у нас история такая, как сказать, да, видовая. Хотя говорят профессиональные продавцы, что лучше ставить бюджетный сегмент в шоурум. Ну, блин, мы не знаем, мы как-то хотим, чтобы люди радовались и видели машины интересные. Ты не боишься, что поцарапают их? Да ничего страшного, что поцарапают, покрасим. Мы с тобой познакомились, когда ты был управляющим РОПом автосалона столицы. Да, да. Вы да. С Никитой, основателем салона, пару лет назад уже разошлись. Побольше. Побольше уже, да. И ты открыл свой салон. Он стал уже официальным дилером. Да, я знаю. ГАК в Ижевске. Китайских машин, да. Ну, вы бежите уже как два дилера. Конкуренты, друзья, товарищи, враги. Да, слушай, как я, как мне сказал один человек, с которым я тоже сейчас не общаюсь, я друзей не ищу. Относиться как к какому-то конкуренту в этом городе, я никому не отношусь как к конкуренту. Не с той точки зрения, что туда вам типа до меня, посмотрите, какой красавец. Нет, не с этой. Я никому не отношусь как к конкуренту, потому что, ну, я маленько по-другому смотрю на работу. Есть салоны, которые оформляются у меня, допустим, кредит. У меня есть партнерские отношения, да, с этим салоном. И менеджер, допустим, с этих салонов ничего не нашли у себя в салоне. Привозят, посадят ко мне на машину. И также я своим ребятам ни в коем случае не запрещаю, если у нас ничего нет, повезти к нашим друзьям в какой-нибудь салон, то есть, и посадить там. Я отношусь к этому как к какому-то удмуртскому комьюнити, да. Мы, когда клали вещи сюда, открыли багажник, заметили сумку перекупа. Вот она, классика. Типа, напишите в комментариях те, у кого ровно так. Ну, у тебя, и сказать честно, прям все в порядке. Я такой вот так вот всегда прям у меня.
сам готовишь машину? Да, да, вон у меня стекольный герметик на руках. А почему так? Не легче в сервис отдать? Слушай, сколько не отдавал, мне не нравится результат. У меня всегда так, вот такое ощущение, что лучше меня никто не сделает, короче. Вот на полировку полировать я не умею, честно. Умеешь? Нет. Сколько стоит химполу? Приезжаешь-то. Ну, эту машину. Ну, если к Никите я заеду, то там космос будет. Вот, ну, дорого. Кит. Да. То если где-то в таком детейлинге попроще, ну, за эту машину 1030-35 возьмут. Попроще, если. Да. То есть предпродажный химпол стоит 30? Нет, давай... У перекупов, которые не сами делают, а вот... Я в гараже не езжу, я не езжу. Был у меня опыт такой, они мне зальют панель, зальют кнопки, зальют дисплеи, меняли дисплеи, но вот на Опеле особенно, там он, его никак не закрыть, короче, заливают все, и потом, а с кого ты там что спросишь в гаражах, как бы? Скажи, пожалуйста, а есть особенности автобизнеса в Удмуртии? Вот как ты можешь отметить? А тут уже все купили и на продаже стоит. Автомобили только у перекупов и дилеров? Да, участников очень мало. Очень мало? Да. Ну... И то потому, что выше рынка у них. Да-да-да. Может, ты в регионы пойдешь открывать? Не, в регионы же мы в прошлом году открывали. Уверенно, Казань, Самару, Пермь. Открывали салоны и благополучно в прошлом же году и закрыли. Закрыли. На кредитное плечо не надо открываться далеко. Вот. В долг работать. Да. И управленка у меня не справилась. Мы не смогли управлять этим всем богатством. Сейчас мы собрали команду по новой, и в следующем году я начну открываться в регионах. В Ижевске живет 700 тысяч населения. В Удмуртии 1,2 миллиона, а в Казани живет почти миллион людей. И в Татарстане 7 миллионов. Люди есть. А, да. Есть кому продавать машину. Десять машин к вам приедут, 8 машин от вас уедут, 2 машины у вас останется, правильно? У вас есть эти осмотры? У вас есть эти встречи тут? Не где-то там, хотя вы выездная группа выкупа, вы на выезде выкупаете, да? У вас тут есть эти осмотры? Почему тогда вы доносите вот до него, преподаватель школы выкупа, что я такой, пи***ц, и из-за того, что вам какие-то процессы, непрозрачны, и чего-то у вас нету какого-то регламента, из-за этого вы, помолчи, вы из-за этого не можете выкупить автомобили и заработать денег. Не так вот, как ты грубо говоришь. Ну вот сейчас до меня доносят информацию именно так, вот мне открыли таблицу, меня в нее тыкают и говорят, вот, ребята, там это непонятно, то непонятно, я стою и пи***ю. Просто вы сами никуда не ездите, вы сами не делаете осмотры, вы не выкупаете, и вы говорите, что я пи***. Сколько выкупленных сейчас с вами машин у нас есть на складе? Сейчас 2 автомобиля у нас. Да. Чисто выкуп. Чисто выкуп, 2 автомобиля. Чисто выкуп, 2 автомобиля. Он мне сказал, что ты х**ет, ну, грубо говоря, не даешь парням прозрачности. Коля, окей, ну, я образно по-свойски. А я не понимаю, какую прозрачность нужно дать парням, если вот у нас мотивация более чем... Великолепно для любого сотрудника. Что по выкупу, что, блядь, по продажам, что, блядь, по сотрудника КСО. Лучшая мотивация, я всегда говорил, это твой голодный желудок. Вот вы сказали, что у вас на складе выкупленных всего 2 автомобиля. В продаже, ну, своих выкупленных. Да. Но при этом капитал есть еще был. Ну, то есть нет такого, что нет денег выкупать, да? Есть, да. Вот я со стороны вообще не вовлеченный, вчера меня не было и так далее. Я слышу 2 автомобиля, я про себя думаю, это мне работы, ну, максимум один день. Ну, чтобы выкупить 2 тачки. Я к чему это подсвечиваю, что это скорее вызов вам, ну, типа, 2 машины выкупать, это ноль. Расскажи вкратце, что вот ситуацию мы там немножко подсняли, что произошло? В кабинете я ругал по делу выкупа. Ребята маленько неправильно доносят свои мысли. Вот и все, только лишь поэтому. Ты, наверное, проецируешь на себя, ты ты делал результат. Да, типа да, делают, да, 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 совершенно верно. Я и болел своей работой, то есть я работал, то есть всю дорогу. Мне почему-то так же кажется, что достаточно просто предложить хорошие цифры по мотивации, и человек будет сам себя контролировать, сам себя ставить задачи, сам себя вести, толкать, то есть, ну, толкать его будут идеи, желание заработать, то есть, да, вот этот стержень внутри. Как оказалось, школа, выводы, аналитика нашего автосалона, да, всех процессов, этого мало, что хорошие цифры мотивации не всегда дадут результат. Разбаловал? Если я покупаю 4 машины в месяц, и я получаю, словно, там, 80-100 тысяч рублей, и мне этого хватает, а зачем мне делать больше?
Ну да, это зона комфорта дохода. Конечно. Просто и все. Ты получаешь зарплату на похавать, на кайфу есть, все. Самое главное. Ты в этот момент у тебя как у собственника либо искать реально голодранцев, как ты, типа, и больше, а таких мало. Либо начинать еще набирать такие же, вот, ну, в зоне комфорта, кто хочет жить. Как ты думаешь, много профессионалов в Удмуртии, да, перекупов и дилеров, и автосалонов? Да, да. Вот как ты, на твой взгляд, сколько из 100% объявлений продаются от перекупов и дилеров? 70%, мне кажется, точно. Чуть меньше 58. Для меня удивление, вот я смотрел. Это много? 58% – это один из самых рекордных. Это чувствуется. Регионов. Примерно 6 тысяч объявлений было новых опубликовано. Из которых 2500 частники, еще 2500 это официальные дилеры независимые, и где-то 1000 объявлений от перекупов. Частников столько же, сколько автосалонов и дилеров в Удмуртии. Вот этих перекупов очень много, и очень тяжело работать нам, перекупам, не со стороны покупателей. Конкуренция. Да, это конкуренция. Да, очень такая оживленная, и поэтому ты должен показать лучший продукт, так скажем, понимаешь? У нас есть большие планы. 100% в другие регионы? Да, то есть, ну, другие регионы, и этот регион 100% мы еще будем дорабатывать и забирать свою, так скажем, долю рынка, потому что мы видим потенциал в том, то, что здесь, в удмуртской истории, то есть 98 салонов, у нас сумасшедшая конкуренция. 98 салонов в Удмуртии на население 760 тысяч человек. Вы представляете, какая конкуренция? Тут ты не успеешь рот открыть, а уже профессиональный продавец на твоем хвосте. И это 98 салонов, дилеров и салонов, а еще же перекупов сколько там. Ну, да, это да, реально да, огромная да, доля акулы, профессионалов. Акулы бизнеса, да. Вот Денис чего стоит с Дакара. Фу. Да. Ну его жесткий, закрывают, говорят. Кто? Переплюнь, ты что? По дереву постучу, чтобы он, ну, блин. Плохие вещи, говорит. Когда ты открыл локацию вот эту? Вот этой локации ровно 10 лет. Ну, вы понимаете, здесь все не вот так вот по щелчку пальца построилось. Здесь были огороды, и вот по 3, по 4 сотки я покупал. Дошел до 80 соток, и вот тогда мы уже остановились. И потом уже построился большой, то есть сзади микрорайон. Продавал там свои 15-20 машин. Тут у нас работало там 10 человек, и все вот эти заработанные деньги я вкладывал именно сюда. У нас все в собственности, и нет кредитов вообще. Ты начинал свой салон с Мишей? Мы сейчас работаем с Мишей вместе. Да. Мы начинали не салон, мы просто пошли работать во дворе. Во дворе. Знаешь, как мы вообще построили этот офис? У нас было в районе 13-17 автомобилей на стоянке, мы просто не давали машинам места. К нам едут люди по машине, мы в моменте ищем ПТС-ку и понимаем то, что мы ее п***ли. Мы там поехали по домам, нашли доки кое-как там в фале у Мишки в доме. Тогда, может быть, какой-нибудь домик построим, просто чтобы было где посидеть, попить чай. Хранить документы, да, заполнить договор купли-продажи. Вы когда начинали, сколько у вас денег было? До 5. 4200, 3700. Миллионов? Да. Это год назад? Да, это больше, чуть больше года назад. Чуть больше года назад. А сейчас 180 машин. Сколько денег? Монета на кармане гуляет. Монета гуляет? Монета гуляет. За такой нелегкий год, с конца 23-го вот по октябрь 24-го, пацаны сделали с 5 миллионов. Меньше. Ну, чуть меньше 5 миллионов. Ну, братух, мы построили офис, у нас 1 600 000 с копейкой стал офис с компьютерами, самый первый, с мебелью, с компьютерами. Мы его строили сами, Миша там сам доски мазал, чтобы они не гнили. Я тебе честно говорю, ездил сам, покупал металл, варил нам его у Мишки сосед. И да. В итоге вот выросли до такого... В итоге, да, по итогу, слава богу, всем спасибо, причастным. Как ты считаешь, самый главный ключ к успеху? Какой? Команда. Команда и не жадничать. 31 человек штат на данный момент. Сейчас. Да. 31. Никогда не считал чужие деньги, но не надо зарабатывать только себе, дайте заработать другим, которые с вами работают, которые все делают. Потому что автобизнес и успешный автобизнес – это не собственник умный, который я прочитал книг. Это люди, которые работают в полях. Как ты считаешь, сколько стоит объявление? Audi выкладывал, 3700 дал. Это честно, без приколов, без... Это дорого или нормально? Думаю, что дорого. Я тебе круг людей там из лиц 10 могу привести, и тебе скажу, что это дорого. Нет, понятно, всем будет дорого. Конечно, все хотят. Я думаю, что 2,5, когда было комфортно. Ну, окей. А сколько ты, ну, грубо говоря, в среднем с машины зарабатываешь? Как, вот давай от этого. Ну, минимум 200. 200? Да.
И вот из 200 тысяч давай пойдем просто экономить. Объясню. А подожди, да, подожди, подожди. Я не жлобник крохобор, я тебе объясню, гаджет. У меня стоит Subaru сейчас. 7-й месяц стоит. До этого я их 6 штук пригнал. 6 штук продал. К этой машине нет никакого вопроса. То есть она вся зеленая, там она с сервиса, она все прям дилерская, вся обслуженная, все. 7 месяцев умножаем, пусть округлим, на 4 тысячи, 21 тысяча, да? Ой, 28, да? Плюс я каждую неделю ее бустую. Вот умножить на 7 месяцев, на 4 недели. Понимаю, но извини, но как бы все же ошибаются. Когда? Ну так зачем оно. Ты Subaru купил? Значит, ты неправильно ее купил, неправильно ее оценил и на неизвестие, а возможно. Надо быстрее, и оборачиваемость. У меня еще, знаешь, какая тема? Я никогда не вхожу в рынок Авито оценки. Никогда. Вот сколько я в жизни занимаюсь, у меня всегда выше оценки. Ты же сказал, что конкурентов очень много, mm-hmm. особенно в Удмуртии. В этой конкуренции выживут те, которые не пытаются на всем экономить тех... Получится физически. Да. А те, которые пойдут, честно, продавать автомобили, отзывы собирать, рейтинги собирать, те, которые будут использовать такие инструменты которые да. Ты просто не представляешь, как у дилеров-то. Я знаю кабинеты, сколько у них стоит. Нет, я не говорю, что как бы ты же меня спросил, дорого? Я тебе ответил, дорого. Но я продолжаю пользоваться, потому что, во-первых, я, ну, аналогов не вижу. Ну, честно, объективно, да, аналогов. И второе, ну, если у меня там продается, зачем мне, вот как бы, я другими бизнесами занимался, да, я точно так же в Яндекс.Директ вкладывал, потому что у меня клиент оттуда шел. И я знаю его по воронке, сколько он мне выходит в цене. Все. Ну, как бы поэтому. И поэтому люди, которые... Я же не жалуюсь. Односимочники до сих пор там регаются, что-то пытаются и так далее, но, ну, честно, лучше научиться и зарабатывать больше, а не пытаться экономить. Вот это вот прям развилка. Как говорится, нужно бояться небольших расходов. А маленьких доходов, да, это прям сильные слова, да. Я согласен. Нашли у пацанов на складе автомобиль, который опубликуем в телеграм-канал по низу рынка. Да? Пацаны готовы просто, чтобы, ну вот, на ход ноги братве закинуть да, в телегу. Под работу. Да, под работу, потому что автомобиль как раз не для автосалона, не для дилера. Надо заниматься, надо ее поднимать. И кредит не продашь, ничего не сделаешь. И она заехала к вам в трейд-ин, правильно? Да, она по трейд-ину к нам зашла. Все, поэтому я сейчас сниму и go да. канал. А поедет, не поедет, посмотрим. Может, она и не поедет. Но у за нас сотку в канале хули все... 100 тысяч рублей. Ты за сотку отдашь? Посмотри, ты по цене приема, посмотри, ты в натуре. Сейчас минус еще отдашь, потом будешь винить. Сколько он нам зашел? 130? 2005 год. Приехали вот к братьям. Ижевск, и решили в этом автосалоне Дакар. Что, по цене 15-го Pro Max продадим Ford Focus с тобой за 115 тысяч? Минус 15. Давай. Короче, подгон. Вот, цвет натуральный титан. Почти в цвет по цене 15-го Pro Max 115 тысяч рублей. 115 тысяч. Зеленая автотека, два хоза на климате. А ты долгое время продавал у подъезда вообще сам, как физик? На самом деле недолго. В 19 лет мы открыли салон, получается, с ребятами в другом месте, в арендованной площадке. Проработали там в районе 5 лет. Я уже начал покупать. Уже автосалон был. Здесь, да, да, да. У тебя на складе 200 плюс на авто. А продаешь в месяц сколько примерно? Продаем 100 плюс. Это наша как бы планка всегда. То есть с этим больше складом. 100 машин в месяц. Да, 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 да. Наша задача продавать с этой локации 160-150 машин. У нас средний чек 2 миллиона 800. Если ты посмотришь... 2 800? Да. Охренеть. Ты понимаешь, с чем мы работаем. Это даже есть... для Москвы и Питера много, 2 800. Да. А сколько сотрудников у тебя? В данный момент у нас 120 человек. Это с командой детейлинга. Заходите, господа, продемонстрирую вам. Давай, да, нашу. Выдачу. Это пиздец. Какой пиздец. Я блядь. Автосалон «Кит» поздравляет вас с покупкой нового автомобиля. Поздравляем тебя. Спасибо. Щедрый, щедрый покупатель попался. 13 ТРС-ку за***ть, блин. Надо по счету брать. Да, все нормально.
сказать честно. Да, это вот это моя разработка. Я, конечно, ее подметил во фреше, как они ее пытались реализовать. Это было одноразово, как раз-таки в Тюмени, когда они открывали локацию. Но я хотел, чтобы это работало именно в нормальном русле. То есть менеджер пришел, накинул бан, кнопку нажал, за шампанским сходил, людей завел. И когда выдача происходит, люди, они становятся другими людьми. Запомните, ребят, самая такая главная история в жизни — это покупка, наверное, даже не квартиры, а первой машины. Дропаю этот фокус. 115. О, звонок. Да, подскажи, я машину сам самим забирать? Да. Нюансы. Ее надо делать по кругу. Салон нормальный. Все нормально. Что-то майки, да? Содрал. Майки снял. Пинчинку сделал. Так, а как там бронь? Через задаток? Угу. На мое имя, вот по моему номеру, кидаешь задаток, я пишу бронь, все. Я понял. Ну давай тебе тогда сейчас ключ переведу. А сам откуда ты? Москва. А, из Москвы. Есть Александр П. Да, Александр П. есть, все. Можешь рассказать ключевое отличие автобизнеса в Удмуртии от других регионов? Мне нравится, как у нас в регионе готовят автомобили. А сколько ты вкладываешь в подготовку сам? В Audi, допустим, я вложил 80 тысяч. Я поменял там масло, фильтра, все, что надо по ходовой, чтобы нигде ничего не тряслось, не брякало. Я вот такой еще сам по себе педантичный человек. Да я уж про химчистку там и полировку ничего не говорю. Мое мнение, опять оно субъективное, да, что в нашем регионе очень дотошный клиент. Какие особенности автобизнеса в Удмуртии? Я думаю, что у нас особенности, наверное, заключаются в том, что у нас премиальный сегмент немножко проваливается с точки зрения, что ценообразование низкое, и как бы будто бы ребятам с Москвы, там, с Питера надо ехать в вот такие вот регионы, как наши, и забирать премиалку здесь. Чувствуем проблемы именно с премиальным сегментом. Здесь продажи хуже, чем... Ну, я думаю, да. Мы находимся в нашей сервисной зоне, и здесь мы обслуживаем клиентские машины, которые мы продаем. Все машины, которые реализуются, наверное, 50% становятся нашими клиентами. Но мы берем планку по обслуживанию именно сегментом, кто обслуживался раньше у дилера. И обратите внимание, у нас чисто. Чисто, вот это факт. Все то, что вы видите, благодаря истории дилерской. У меня был руководитель здесь, Александр Зуев. У них же там премиальная система в Тойоте идет. Именно награды, то есть в звездах. И вот у него есть самая топовая награда, именно работа под 5S и по всему. То есть он изначально ставил всю концепцию, именно вот всю хронологию. Нам очень сильно помог в этом вопросе, я его всегда благодарю. Откручиваются болт сливной пробки или откручивается фильтр, ставятся метки, чтобы, ну, мы понимали, как на заводе. Все тачки, которые, то есть, выезжают клиентские, после проверяет механик, а потом еще мастер динаметрическим ключом. У нас нет никакого колхоза, то есть я прям фанат вот этой всей педантичности. А 9 лет ты там строишь свою компанию. Самый главный вывод за эти 9 лет какой у тебя? Я его, наверное, подытожил только в этом году. Надо больше уделять внимание людям, команде. Всякие бизнес-процессы не зарабатывают деньги. Рынки вот всякие эти вот не зарабатывают деньги. Машина сама по себе там можно купить, продать. А сколько зарабатываешь? 10, 250, 300. Люди же делают красоту. Сколько вот у них около официала-то? Года 3-4 же, ну, вот ну, каналов. Больше, чем, короче, да, нашел я их на Ютубе, получилось у меня так. Смотрю, парни прикольно что-то там делают, ну, тоже что-то руками так в гаражах. Я не знаю, как вы там пересеклись все, но они потом жестко начали форсить Хараба. Хараба везде. Я думаю, что за Хараба такая? А всегда же, ну, перекупу, интересно же, ну, там, видеть эти все статистику, все такое. Я такой взял, повзаимствовал, зашел, значит, тогда полубесплатная была, ну, там, интерфейс такой, как простой, как, да, у Дрома, короче, да, был, да, такой. Я такой попользовался, прикольно. И вот первое, короче, пользование мое было Peugeot 206 купил. Тут у нас, короче, в Ленинском районе. Я ее, типа, короче, никому не показывал. Никому не говорил. Что вы другие. А потом, да, вот прошло, наверное, год-два, и вот ее везде Хараба. И я такой, ужу, блин, всех, короче, Хараба. Я один тут такой пользовался. Да, да. Первые сливки снимал. Ну, знаешь, иди покупай этот отложенную выдачу чуть еще быстрее, ну, да, на 10 минут. Откуда у тебя эта кличка Шмель? В детстве, короче, у нас с ребятами во дворе был прикол такой, я жил на Сабурово, там гора такая есть. Ходили на подшипниковый завод, подшипники, брали доску, берешь черенок от лопаты, посередине доски забиваешь или на саморез
этот черенок. Затачиваешь, подшипники одеваешь на черенок. И вот с этой горы мы х**ли. Почему шмель? Я, короче, ну, такой полненький был всю дорогу. Ну, сейчас я жирный стал. А тогда был полненький всю дорогу. Андрюка Многовицын, ну, сосед соседнего двора, на пацан. Я его толкаю в спину, такой. И вот сейчас я подстриженный. А если я не подстрижусь, то у меня так х**а тут на голове, понял? Как шапка у этого х**гера, жжжж, иметь все, шмель, 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 шмель. Вот и так прицепились. Здесь свои пришакли. Да, лет 9, наверное, блядь. Где автомобили вы выкупаете и продаете? Здесь в Ижевске. В Ижевске. Никуда не выезжаете, в другие регионы? Нет, выездной выкуп, трейдин, трейдап. На комиссии работаете? Комиссия работает. Сколько из 400 машин у тебя комиссия какая? Сейчас, по-моему, доля 60%. 60. Сколько ты зарабатываешь в среднем на одном автомобиле выкупном, удельная маржа какая? А такую информацию можно говорить, да? Придумай от себя и просто и все, а что нет? Четвертак? Четвертак? Я понял. В дилерской истории всегда сталкиваемся с чем? То есть с проблемой, с одной, когда автосалоновские тачки заезжают в сервис, и у них начинается конфликт интересов. И у всех. Мы это поняли, что у нас реально конфликт интересов с менеджерами. Мы решили, что автосалон должен быть автосалоном, предпродажная подготовка отдельная для автосалона, и никакого вообще слияния с сервисом не может быть. Сколько вы тратите на подготовку предпродажную на один автомобиль в среднем? Вообще по-разному. То есть бывает так. От 10 до 150 тысяч, если мы видим в нем потенциал, если он будет готовиться меньше 20 дней. Сколько стоит химпол у вас? Перекусы. Себе смешу, да, который для нас получается. Да. Я думаю, что где-то в районе 13-12 тысяч рублей. Это для нас. Вот отсюда выезжает готовых автомобилей в день 4-5. Мы упростили максимально систему. Если ты обратишь внимание, здесь все мелочи, они очень непростые. То есть, во-первых, крутилки. Почему крутилки? Потому что машина моется быстрее именно с крутилками, чем с лежачими шлангами. Потом у нас все смешивается, вся химия полностью с дозаторами от компании Smart Open. Это наша, кстати, дилерская история, наши ребята. Мы дилеры этой химии, мы работаем только с ними. В общем, нажимаешь кнопочку, соответственно, уже в дозатор наливается смешанная химия. Не как это с баночками там в 90-х. Все дилеры поголовно до сих пор в этой истории. Ты думаешь, вроде бы это мелочь, а и за счет этой мелочи экономится 15-20 минут времени. Макс, пока этого шмеля нет, пойдем посмотрим эту будку. А у тебя ремонты какие-то, да? У тебя рабочие живут до сих пор, правильно? Сотрудники. Конечно, сотрудницы точнее. Не, ну хотя бы тепло тут. Это контакт-центр. Зимой тепло, летом тут прохладно уже, у нас есть кондиционер. Нормальную работу не искали себе? Я поджигаю. Это актуальная работа вот на данный момент на рынке. Там, где хорошо платят, хорошие условия. Потому что сейчас найти хорошую работу в автосалоне, где тебя, во-первых, ценят как сотрудник и платят хорошую зарплату, в соответствии с твоими трудами. Это действительно сейчас, ну, большое. У меня вот, ну, вопрос, какая система мотивации? Я почему спрашиваю, что система мотивации у девочек у нас оклад плюс процент. А вы верите в то, что у вас заменит голосовой робот? Нет. Почему? Это люди все-таки, сколько бы времени ни прошло, и как бы сейчас ни развивались технологии, люди ценят живое общение. Вот. И когда с ними разговаривает робот, либо слишком заскриптованный человек, доверие намного меньше, контакта намного меньше, коннект хуже, и люди реже приезжают. Триа Моторс – крупнейший дилер в Европе, который самый большой по объему в Восточной Европе. У них огромные были стадионы контакт-центров, и туда ездили делегации российских дилеров смотреть, как они в Европе вот именно контакт-центрами привлекают. Заменили на робота. Роботы, у них конверсия в сделку выше этого робота, чем у идеально работающего контакт-центра. Поэтому найдите себе нормальную работу, а не вот. Девочки, вы лучше. Да, 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 да. Мы лучше. Если работаю этот хараб, автохаб, можете. Пойдемте. У меня одноклассник, он, короче, прогер. Он говорит, слышь, а можешь, говорит, сделать такую приложуху? Раньше же не было ни Авито, ни Дрома, было из рук в руки. Он ему сделал такую программу, что ему смс-ка приходила на телефон из рук в руки о том, что вышла машина. Я говорю, ты прикинь, посмотри на себя и посмотри на Гаджи, говорю, сейчас, говорю. Ну, это реальный факт, то есть, как бы это было. И у него чик, а там же как бы из рук в руки реально выходило на 2 часа, на 3 ну, часа, да. То есть дольше. А у него уже хоба, он в телефоне открывал, у него эта тачка вышла. Дэн, смотри, как надо машины готовить. Я знаю,
Так все говорят. Да. Работать в 5-3 года мы в сервисе работали в ноль, когда открыли сервис. Это отдельная индустрия, она делает людей несчастливыми. Даже Дэн Мигаль так говорил. И я расскажу, почему. Потому что тебе заезжают люди, потребители, которые приезжают с проблемой и говорят, там, ты бензин слил, ты еще что-нибудь. То есть он приезжает уже на негативе. И я как человек такой, как ответственный, я все через себя это пропускаю. Мне прям больно было. То есть 3 года я прям чуть ли не страдал от сервисного бизнеса. Сейчас я, конечно, компетенции набрался. И слава богу, у нас сейчас есть возможность выбирать клиентов в сервисе. И это очень круто. Харабо в свое время открывали детейлинг, Харабо сервис. У нас был проект офлайн, ремонт, антуражный стиль, рисованные стены. Ну, короче, вот такой второй этаж. Я почему обратил внимание? Там зона клиентов. Это прямо перед ковидом. 5 лет назад почти. Мы его закрыли через полгода. Наелись негатива от перекупов, от частников и так далее. Минус тогдашними деньгами 5-6 миллионов признали. Ну и я с перекупами вообще не работаю в плане сервиса. Офер делаем для профессиональных продавцов, которые работают с нами, с нашей командой. И мы сделаем для них совсем скоро бесплатную химчистку, полировку для всех. А зачем? Потому что мы хотим, чтобы они были, так скажем, профессиональные продавцы. Приехал, машину поставил, мы ее подготовили. И... Да, вывели в продажу. Да. Это как бы доказывает, опять же, партнерские отношения, а не потребительские отношения, чтобы выстраивать в долгую с ребятами, которые продают нормальные качественные автомобили. Ты крутил пробег? Очень-очень тяжело объяснить человеку, что пробег 200-300 тысяч километров – это нормальный пробег. Для автомобиля, который вы смотрите, 700 за 800 тысяч рублей. Короче, да, я мотал пробег, братан. Я мотал пробег, потому что до людей не донести, что это реальный пробег. Это я не согласен, да. Знаешь, если до людей не донести, хоть тебе эти люди не нужны. 3 категории клиентов. Твой клиент, не твой клиент и мудак. Мы сейчас ничего не крутим, работаем мы... Сколько вы уже этим, ну, прям правилом начали следовать? Год мы точно, как у нас появился автосалон, мы ничего вообще не скрутили ни разу. А крутил ли ты пробег? Да крутил, конечно. Да ну, блин, что тут? Что человеку психологически смотреть на приборку, когда на ней написано, к примеру, 100 тысяч пробегу, нежели, там, допустим, 200, там, к примеру. Но я с высокими пробегами никогда не брал машины. Но я максимум крутил 1030-50, вот 50 это края. Но это было давно, и когда не было ни автотеки, ни вот, ну, никаких сервисов, где можно было это найти. На сегодняшний день я считаю, что чтобы не выглядеть придурком, ну реально, и балаболом, так скажем, да, мягче, когда тебя человек спросит, автотеку увидит и скажет, ты крутил? Ну как бы, что ты ему скажешь? Ну типа скажешь нет, ты уже лояльность клиента потерял. Вопрос мой любимый, ты крутил пробеги? Конечно. И не стесняешься этого. Ну, в плане, не скрываешь. Потому что я знаю, что мне очень много людей приходят в личку и говорят, типа, гаджи, вот все говорят, что не крути. Ну, другие гости. Ну, я 2 года назад перестал крутить. 2 года назад. Почему? Да что ты как-то это... И, кстати, ситуация была с тем же самым Денисом. Они принимают в трейдин Subaru Forester. Ага. Там что-то 450 пробега. Когда у тебя работали здесь? Да. Это было 2 года назад. Все, мы покупаем эту машину. По автотеке можно до 200 смело приспустить. Я приезжаю на работу. Короче, все, пробеги не крутим. Я так, Никита, ты что? Как так не крутим? Как мы его продавать будем? Я говорю, как купил, так и продавай. Да. Посмотри-то на него. Да. Все... Вот это вот. Серьезно, оттуда? Слушай, нет, она не оттуда. Скажи, да, оттуда. Да-да. А да, у меня юристы это... Да-да-да. Нет, она не оттуда. Давай как сделаем такое, типа, мини-проверку. Топ-3 самых популярных автомобиля... На рынке с пробегом. В Удмуртии на рынке с пробегом. Фокус второй. Так. Второе поколение. Kia Ceed, Kia Cerato второе поколение. Ceed или Cerato? Ceed. Ceed. И Гранта. И Гранта. Итак, все три мимо. Мимо. Калина, Приора и Четырка. Как говорил мой хороший знакомый Димон,
с которым мы проработали вместе не один год. В говнобаках сила. Каких автомобилей больше всего продали в Удмуртии в 2024 году в сентябре? А сколько можно машин? Три, топ-3. А, назови топ-3? Три. Марка, модель. Без цены, без привязки. Без цены первая это Гранта будет, вторая это Солярис будет, третья это будет Рио. Ну или вторая Рио, третья Солярис. Вот три машины. Мимо все три. Калина, Приора и Четырка. А, ну вот. Четырки, Приоры, Гранты. Я сам лично ими не занимаюсь, потому что я же объяснил, что если я за ней поеду, приедет 100 перекупов, кто ему больше даст, тот и заберет. Плюс ты ее возьмешь, тебе ее нужно готовить. Ее ржавые пороги я пеной заливать не буду. Кто будет это делать, тот это будет делать. Я даже за это браться не буду. Ты в автобизнесе больше половины своей жизни, как я посчитал, и владеешь своим автосалоном. Давай я сейчас тебе задам вопрос чисто на интуицию, на логику, на понимание восприятия республики Удмуртия. Топ-3 самых популярных автомобиля с пробегом. Не надо. Солярис, Тигуан. И третье? Манжеро. Калина, Приора и 14. Понятно. В этом и прикол, что вы как дилер уже мыслите чуть шире, а по факту, грубо говоря, массовостью пользуется... Дешевый сегмент. Калина, Приора. 14 Гранта, да. Там черт или 100%, да. И вот как бы люди-то, население. Из топ-10 только одна иностранного производства. Ну, а мы марка, модель. Вот вопрос, какая? И она на 10 месте. Давай я сдаюсь. Подскажи, пожалуйста. Не, давай, Дэн, ты... Дэн, ты какую? Первая, иностранная, какая самая популярная иномарка? Kia Rio? Да я не думаю, что Kia Rio. Deo Matiz. Кстати, Deo Matiz. Ты видел, какой у Deo Matiz стоит там? Какой состояние? Не поймут на районе, должны быть дороги, дырка. Да. У нас такого нет. Ну, цена, правда, немножко такая, как... Отлично. Я готов поспорить, продадим мы его за эти деньги или нет. А какой пробег? На нем пробег 31 тысяча. Понятно, красиво. Капсула времени. Какие... Топ-3, назови марка, модель. Больше всего были проданы в Удмуртии в сентябре 2024 года. Просто топ-3. Лада Гранта, Веста, Приора. Он попал одну хотя бы из трех. Да? Приора, Калина и 14. Стопудово. Вот. А следующая, наверное, Гранта, Веста. А я сейчас скажу. Да, следующая Гранта, семерка. Из топ-10 всего одна иномарка. И вопрос какая? Что это за... Шкода Октавия. Шкода Октавия, нет, Deo Matiz. А его часто продают, покупают, не понимают, что купили, сразу на продажу. Да. Сколько аренда у тебя? 300 плюс, около 400. У тебя 180 машин, и ты вместе с командой сколько в среднем продаешь? В моменте до склада 180, мы доросли в этом месяце. В том месяце у нас был максимальный склад, был в пике 163 штуки, если мне память не изменяет. По продажам в том месяце мы закрыли 70-75, а в этом месяце план стоит 80. На данный момент, сегодня, 11 число, продали хуй. Здесь у нас зона ожидания, на втором этаже кафе. И есть также утром завтраки небольшие. Мы сами кушаем, и, в принципе, клиенты тоже садятся в массажное кресло, кайфуют. И наши замечательные девочки с отдела КСО, которыми мы... гордимся, любим, ценим. Они большие молодцы, потому что проходят через тяжелый путь клиента, потому что кредит — это самое сложное в нашем бизнесе, что может быть. Здесь касса. Ну, мы потому что все-таки по дилерским стандартам и лучше, то есть, чтобы ты денежки отдал, все было четко. А также у нас для механиков есть душевые, раздевалки. Здесь у нас столовая для ребят. Он автоматически у нас включается, кстати, все. То есть они перекусили, там у них уже со второго света отдельная раздевалка, душевые. То есть они перекусили, поели. Есть у нас на Усёрсе колл-центр. И также выходят две девочки каждый день, которые работают здесь. Они все меняются. Чтобы офлайн, онлайн, офлайн, онлайн. То есть вот так. Здесь у нас история Зиповеда. Контент-мейкер у нас тоже здесь сидит. Но здесь мы проводим планерки каждый понедельник, среда. Склад. Он такой, то есть он у нас вниз спускается, у нас там мини-лифт, и вниз спускается весь ЗИП. Это был мой раньше кабинет. Я сейчас вообще бескабинетный и считаю, что он мне нахрен не нужен. Все запчасти готовятся с вечера внизу и уже распределяются по записи всем механикам в корзиночке. Система Макдональдс. Не вижу ничего в этом сложного, масштабировать сложно. Я думаю, что при желании можно сделать и копировать эту локацию по всей России, если бы чуть-чуть в жизни было больше времени.
самый долгий висяк у тебя вот здесь из 100, сколько, 20 машин? Вот больше, дольше всего какой автомобиль продается? Сейчас я тебе скажу. У нас 3 машины в красном складе. Красный склад – это типа те, которые... 60+. 60+. У вас всего 3 машины? Всего 3 машины. Хайлендер 73 дня, но он, короче, сломался. Мы его продали, он сломался, и мы его обратно забрали. Ну, поменяли человеку. Volkswagen Tiguan и Opel Astra. 64 дня в продаже. Где-то здесь Opel Astra должен был. А она же ликвидная достаточно. Что-то а он был так? В сервисе 60 дней, по-моему. Висяк, висяк, да, да, тоже верно. Сколько у тебя подготовка стоит? 25 тысяч рублей. Мы прям вот... Вы тратите на один автомобиль? Да, 25. Если с комиссией, там вообще копейки. Ну, это отдельно. Комиссия же там тоже, каждый хозяин сам решает, там, что делать, что не делать. Средний срок подготовки 3 дня. И потом еще какое-то количество времени до появления на Авито. Не-не-не, 3 дня до появления на Авито. Тогда это не подготовка, тогда это тотал. Гаджи, хочу тебе подарить подарок. Вдруг ты устроишь челлендж на своем канале. Лучший детейлер или подготовщик, или там ребятам около официалом подаришь, или между ними замутишь челлендж, когда они оденут свои сапожки с Мерседесом и с BMW. Вот прикольный набор для чистки колес. Ну, допустим, кто лучше почистит колесо, ты снимешь. Это тоже крутой контент. И набор для чистки и защиты кожаных изделий. Легкую рекламу можно, да? Конечно. Это наши мы же удалим все равно. Это компания Smart Open, это очень крутые ребята, наши партнеры, и мы являемся... Ижевские. Да. Они делают это. Давай в подгон подписчикам, просто вот. Давай, без проблем, конечно. И вот, комментарии. Давай, если мы будем разыгрывать среди подписчиков, но это мало будет. Давай хотя бы 5 штучек загоним нормальных наборов. Давай. Все, я сейчас сделаю все. 5 победителей, да. Рандомно, просто, ну, типа, кайф. Ну и тебе, вот тут у нас конфетки. Это, кстати... Паприка у моего товарища, Алексея Малюка. Ага. Это птичье молоко. По старинным рецептам делается. Очень вкусно. 3 вкуса. Вот я всегда нарываюсь на белую. Белая вообще фантастическая. Это мои любимые конфеты. Это вообще прям топ-топ-топ. У меня 3 детей как раз вот каждому по одному виду. Да. Ну и тут ежедневник, чтобы ты писал и вспоминал меня. Да. Мне так не кайф. Ну реально, мы залетели сюда. Вообще, ну типа позвонили, приехали без всяких подгонов. Надо у них потом забрать. Ладно. Спасибо. Все, братья, что заехал. Рады тебя видеть. Всегда. Я кайфанул. Спасибо честно. Тебе, братья, за то, что ты делаешь для всей индустрии автобизнеса. Ждем CRM-систему суперскую, да, чтобы всем стало работать гораздо легче, чтобы мы отказались от этих всех историй и бомбили, и продавали больше. Перекуп будущего каким должен быть, на твой взгляд? Перекуп будущего? Ну, я даже не знаю, честно. Что я затупил вообще на этот вопрос, парни, ну-ка тушите. По моему мнению, я вот лично за себя, я пытаюсь всегда качество свое улучшить. И профессионально, и инструментально, ну то есть что-то применять. А на школе ты не был? А что касается... На школе храма еще не был? Нет. Вроде как ты говоришь, подожди, я перебью. Вроде говоришь, я хочу быть профессиональные навыки, скиллы свои прокачивать, но на школу не доехал. Доеду я до вас обязательно, это как бы не вопрос. Перекуп будущего, в моем понимании, это, ну, равно качество. На самом деле, на этом, наверное, мы закончим. Уже темнеет, и нам действительно надо ехать уже обратно домой. Всем спасибо, что досмотрели. На самом деле, я надеюсь, что вам заходит эта рубрика, в которой мы показываем автобизнес в регионах России. Удмуртия, One Love, Калашников, Чайковский, Forever, Go. Приезжай почаще. Да, спасибо.